Я же говорил, что тот не один был. Ну, снимаем его тогда и в лагерь. Пусть тем вторым сидят. Э, панеры, вы чего? У вас уже есть один, а этот наша добыча. Он на нашей территории попался. Ха, осека моя, ясно? Ну а чего ты ее у нас поставил? И вообще, у тебя уже рюкзак чужака есть. За рюкзаком я сам нырял. Ты небось засал. Кто засал? Вы же пираты, у вас и лодок больше. А этого мы ведем на лесной суд. Сыкуны вы все! Это чужак, значит враг. Ты что, бандит, что ли? Что учитель говорил? Что мы отличаться должны от них? Забыл? Слышь ты, умный и сильно. Сначала учитель защищаться говорил. Это потом уже он начал... Забыл, что чужаки тут творили. А он чужак и должен умереть, чтобы потом других не приел. Так, хватит. Сначала лесной суд. На нем и решим, к столбу или нет. Что, гад, выбрался? Ты молодец. От хозяина леса уйти не каждому дано. Не каждому совсем. Ты опасный, значит? Чёртов рюкзак. Пожадничал я. Ну, стреляй. Или вали. Мне готовиться надо. Скоро экзамен. Учителю скажу. Наших защищал, не ссал, девочек не обижал. Учитель, я пришел. Можно я...
Женьку тоже, наверное. Пока ты добежал, пока мы туда... Даже если так, то что? Так он скажет, что струсили. Точно. Пошли скорее тогда. Пошли. Только как мы его проморгали-то? Он же умеет тихо ходить. Ну и отвлеклись мы. Там еще один чужак в ловушку попался. А Женька пират орать начал, что все добычи его. Ну или хотя бы ботинки. Еще один? А Ольга чего молчала? И с нами не пошла. Странно. Кстати, где он, чужак-то? Да там и висит, если хозяин не добрался. Тогда тем более скорее надо. Да, давайте в темпе. Я тебе не враг! Опусти оружие! Я чужакам зла не делал! Первым! Только один раз пришлось стрелять, и я тогда глаза закрыл! А ваши на нас все время нападали! И убивали, и насиловали! Мы защищались! Не будешь стрелять? Ну, раз не стреляешь, значит, правильно говорят! Чужаки бывают и нормальные! Мы пионеры! Убиваем только бандитов. Это пираты всех сразу к столбу прибивают стрелами. Без лесного суда. И еще грабят. Как бандиты настоящие. Мы не такие, хоть и росли вместе. Только мы поступаем, как учитель сказал. А они все его слова переврали. Или на лодке. Главное, не убивай. Ты крепче бежи, сорвется же. Слышь, я тебя учу в потолок плевать? Не учу. Вот и сиди, не мешай работать. Я помочь хотел. Сорвется же. Да ты помог уже один раз. Хорошо, руку не оторвало. Ну, подумаешь, ошибся. Что мне, теперь всю жизнь тут сидеть? Чего я, зря учился? Зачеты получал? Чего зря?
Важное дело, тропу охранять. Чужак не один пришел. Чего думаешь, я ловушки ставлю? Ну, я так и понял. Раз совет собирается, дело серьезное. Кстати, а на входе в лагерь поставил уже? Ну, а как же, первым делом. А в пещере? В какой еще пещере? Что значит в какой? За озерком, по ручью, если. Она к самому лагерю выходит. Знаю я, куда она выходит. Не успел еще. Тут закончу, потом дальше по тропе поправлю старые. А пещеру уже напоследок. Ну смотри, твое дело, конечно. Но если чужаки через пещеру пролезут, будешь неделю в доме учителя сушиться, минимум. Увянь уже, достал Черкова. Я сам знаю, что в какую очередь. Ну-ну. Вот прицепился, гад. Если ни черта не делает, выступает только. Что это там наверху такое, видите? Что это там? Thank you.
нашего убили! Тревога! Нашего убили! Эй, что это там? Внизу! Прижал его! Ребята! Прекратите драться, вы же все погибнете! Этот чужак не бандит вовсе, он безоружных не убивает! Но в ногах у тебя валяться не стану и не надейся! Я сдаюсь, чужак! Thank you.
не прошу. Девчонок, не обижай, чужак. Если ты хоть немного человек. Чужак, я сдаюсь, но в ногах у тебя валяться не стану и не надейся. Учитель, иду к тебе на последний экзамен. За себя не прошу. Девчонок, не обижай, чужак. Если ты хоть немного человек. Я готов. Я не трусил. И защищал наших, пока мог. Ты победил, чужак! Ничего не поделаешь. Ну давай, давай. Все вы, небось, такие. Врете и нападаете, особенно если на беззащитных. Только учти, тогда вам точно не уйти. Наши знают, что он в церковь побежал. Ловить просто не стали. Так что убивай, трус! Мне с тобой говорить не о чем! Победил, чужак! Ничего не поделаешь! Сдаюсь я, чужак!
Только не думай, что о пощаде умолять буду.
Что-то у тебя обе ноги на месте. Может, они тебе что-то другое отъели? Не мне, а пацанам нам! Сейчас отдохну и продолжу с этими упорышками. Сколько там у него пальцев осталось? Чисто рванули. Два дня, сука, на веслах против течения. Так, а какого хера ты тогда пальцы растопыривал? Ну, по пьяни, чё уже? А зачморят нас, сука, по трезвяку? Ну, не нас, а тебя. Это ж ты с лысым забился, что всех баб ихних на хазу притащишь. Пацаны там, понятно, возбудились уже. Так что теперь, если не привезешь, самому придется сопить. Это ты, да, реально штырь, я подколол. Красава! Ладно, проехали. Но, сука, реально западло возвращаться. Мы же даже не узнали ничего. А ведь фартануло как, что здесь пристать решили и ложков этих поймали. Это ж первый раз за сколько? Пару лет? Ну это да, пока реально бруха. Ладно, замяли. Может и дальше переть будет. Прошвырнуться в сторону деревни надо и в лес чуток. Может и надыбаем чё. Ну вот, дело говорит. Вы, Кузя! Чё у вас там тихо так? Вы их там чё, пользуетесь, что? Да-да! Они ж без баб уже полгода чалятся! Это да! Но вообще, конечно, реально западло, что все бабы у козлин лесных. А пацаны в нашем общем доме реально пухнут уже. Ну так а кто знал, что они тут живые останутся? За лагерь этот старик еще звонил, как он тут цыпочек пользовал. А то когда было, сразу как война случилась, чисто уточнить на бессознательность заходил. Да, реально, он сразу после войны звонил. Они-то тогда совсем соплюхи были. Тот старик радовался. Я и не понял тогда, по малолетке чаялся. Хорошо пиндосы освободили. Ракетами. Короче, харе базари. Пошли искать баб этих. Эй, Кузя, вы! Мы чисто до конца деревни прошвырнемся. Злые пацан, метнись чисто, глянь, что там они замолкли. Там, походу, хит какой-то левый. Реку козла драного! Козла! Урыли жигана, падлы! Ванар! Ушара!
Сучара драная! Thank you.
Питошара! Чертила это бонсом от неба, стопудово! Так, пацаны! Братва! Тут тюшкан этот! Чертила этот бонсом от неба, стопудово! Вон он, пацанчики! Много таких вариантов!